Рейды по противопожарной безопасности проводятся постоянно и не только в частном секторе. В первую очередь в учреждениях образования и здравоохранения, но, как отмечают сами пожарные, сейчас участились случаи возгорания. В связи с похолоданием люди начали пользоваться обогревательными приборами. Обогреватели большой мощности не всегда выдерживают проводка. Использование самодельных обогревателей. Использование исправных печей, каминов. Особое внимание хотелось бы обратить на газовое оборудование. Неосторожное обращение с огнем. Все это называется нарушение требований пожарной безопасности. Участились, к сожалению, в том числе случаи возгораний в контейнерных площадках. Дети балуются, взрослые за этим не следят. Хотелось бы обратиться к населению города, к руководителям предприятий, руководителям учебных учреждений, о неукоснительном соблюдении требований пожарной безопасности и проведении профилактических мероприятий. Каждый должен понимать степень ответственности, ведь любой пожар – это не только материальные потери, это в первую очередь угроза жизни. Особенно следует обращать внимание на безопасную эксплуатацию газовых приборов. Ежегодно газовое оборудование должно проверяться специалистами. Не стоит забывать и об элементарных правилах безопасности. Например, готовую пищу надо сначала зажечь спичку, а уже потом открыть газовый кран, а не наоборот. Казалось бы, всем известная истина, однако некоторые жители до сих пор делают иначе. Обо всем этом сочинцам в ходе противопожарных рейдов рассказывают мобильные группы, созданные во всех районах города. Просьба какая? Привести в исправное состояние отопительные приборы, у кого какие они, газовые, электрические. Соблюдать требования пожарной безопасности. Помнить и детям напоминать, что детям спички не игрушки. Также инспекторы уделяют особое внимание частным дворам, где мусор и ненужные вещи привыкли сжигать. Именно такие костры могут стать причиной возгорания травы на соседних участках. Более того, в период пожароопасности засушливым летом или ранней осенью в Сочи вообще были запрещены любые костры и в лесах, и на территории садовых товариществ. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.